Когда мы все вместе промолвим молитву за светлое время для наших детей, роды культуры, как прежде, сплотились, вместе гораздо сильнее. В Карамзинском зале правительства в преддверии Дня народного единства наградили заслуженных работников России и Ульяновской области. Это учителя, врачи, деятели науки, работники в сфере культуры, сельского хозяйства и сотрудники правопорядка. Каждый из них внес непомерный вклад в развитие региона и страны. Именно единство и беззаветная любовь к родине стали основой великих побед наших предков. Именно единство, беспримерная стойкость и самоотверженность являются залогом современных и будущих успехов жителей Ульяновской области и всей нашей страны. Учитель физики Александр Игошин пришел работать в школу, будучи студентом. Вот уже 32 года он не изменяет своей профессии. Его ученики отлично знают закон Ома или формулу плотности. В этом году педагог удостоен высшей награды – заслуженный учитель России. Как признался сам Александр Владимирович, все это благодаря коллективу и ученикам. Мне присвоили звание заслуженного учителя Российской Федерации. Вот. Очень приятно получать это звание в канун такого великого праздника, как День народного единства, в такой торжественной обстановке. Поэтому я очень рад и очень горд. Вот хотелось бы, чтобы результаты нашего труда были востребованы и чтобы они все-таки пошли на благо нашей Родины. Каждый награждаемый, выходя с ответным словом, отмечал, что в одиночку им не удалось бы достичь таких успехов. Так в чем же, если не в единстве и сплоченности заключается сила русского народа? Всего почетные награды получили 39 жителей региона. Церемония награждения завершилась выступлением ульяновских талантов. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, УПРАВДА ТВ.